В этом видео мы рассмотрим уютные домики-пещерки для кошек и собак. Все товары в этом видео однотипные и служат как милые норки для ваших питомцев. Первое мягкое место на ощупь махровое и приятное. Оно имеет съемную подушку. Донышко лежака из обычной ткани. Второе мягкое место сделано из прочной мебельной ткани, поэтому оно износостойкое. Также есть съемная подушечка, которую к тому же можно достать из чехла. У этого места донышко уже покрыто прорезиненными точками для эффекта антискольжения. Третье мягкое место сделано из плюша приятного фиолетового цвета. Оно имеет съемную мягкую подушку, а опушка придает месту особый шарм. Дно сделано без прорезиненных элементов. Четвертое мягкое место напоминает большую мягкую игрушку, нежели лежак. Донышко прорезиненное. Пятое мягкое место сделано из мебельного велюра и рогожки. Как и в предыдущем, у этого мягкого места прорезиненное дно. Это мягкое место аналогично предыдущему. Седьмое мягкое место аналогичное по своей структуре третьему. Они отличаются только расцветкой. Восьмой лежак сделан из бязи, наполнен поролоном и синтепоном. У него обычное тканевое дно и мягкая съемная подушка.
маленькое место, аналогично предыдущему, просто оно больше по размерам. Десятый домик очень милый. Он напоминает маленький теремок с рюшками. Донышко сделано из обычной ткани.